ваше мнение о том, что происходит сегодня в Эмиратах? Ну, я думаю, что это очередной шаг к тесному сотрудничеству бизнеса российского, властей всех уровней России с бизнесом Объединенных Арабских Эмиратов. Очень приятно, что на территории Эмиратов достаточно большое количество присутствует наших российских граждан, которые доказали свою успешность на этой земле и сегодня способствуют тому, чтобы инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов шли в Российскую Федерацию, ну и чтобы предпринимателям России, которые желают диверсифицировать свой бизнес и заниматься инвестициями в Арабских Эмиратах, здесь тоже было комфортно. Поэтому, безусловно, очень хорошее мероприятие. Надо, чтобы было больше таких мероприятий, которые сближают людей, сближают страны, делают нашу жизнь комфортнее и, безусловно, создают условия для нормальной жизни в будущем. И буквально два слова. Я руковожу компанией туристической, строительной компанией, есть ресторанный бизнес. Вот, какие могли бы у нас быть общие интересы, допустим, если на территории Алтая? Безусловно, главный интерес, с которым я приехал в эту страну, это привлечь инвестиции и российские, и арабские в развитие туриндустрии на Алтае. Алтай – это удивительный уголок, созданный Богом. Природа у нас уникальна. У нас сегодня уже достаточно большое количество туристов, больше 1,5 миллионов человек в год. В основном это летние туристы, летние отдыхающие. И мы бы хотели, конечно, чтобы были для них созданы нормальные условия, аналогичные тем, которые есть на этой земле, в этой стране. Ну и, конечно, чтобы были вложены средства в развитие зимних видов отдыха, потому как у нас все для этого есть, необходимы инвестиции для развития инфраструктуры и для создания объектов зимних видов отдыха. Поэтому именно для решения этой задачи я сюда и прибыл. И надеюсь, что будут найдены конкретные инвесторы, которые прилетят к нам на ознакомление с ситуацией. У нас есть особая экономическая зона, где уже на средства бюджета федерального и регионального создана необходимая инфраструктура. Мы построили большой аэропорт. Мы сегодня принимаем среднемагистральные самолеты. Мы сделали реконструкцию дорог. Мы привели газ в регион. В общем-то, все, что нужно для развития, сегодня есть. Нужно найти реальных предпринимателей, желающих и готовых вложить свои деньги в нашу землю. Прекрасно. Вы представляете, вот мы на песке, да? На голом песке? Что тут? Не то, что не это только, очень, да? Впечатляет, безусловно. Если уж Богом данная природа, тем более надо развивать, так? Тем более надо... Безусловно, безусловно. Спасибо. Спасибо. Если это озвучить, скажем, быть не может. С надеждой, на отдачу. Так что, в следующий раз, когда у вас будет время, вы дадите знать. А где вы инструкции? Если у нас оперсон пришел, он дал. Они не стоят? Они не стоят через 2,5 миллиона долларов. Посмотрите. Огромная вилла, огромная, со своим пляжем, со своим причалом. Огромная вилла, огромная. Там была куча, где-то... Не рассказал, я здесь с пляжем. А, стоящий? С пляжем. А то, что есть открыто? Кто сказал? Ну, как в Финляндии говорили. Не, мне сумел, мне сумел. Не, мне сумел. Никто не понял. Никто никогда не так делал. Российского бизнеса. Спасибо.
там внутри наши позиции. Есть быстрый первый. Участник. Мегат. Правительство тоже здесь. Иногда бывает. Сегодня день рождения. Есть сказали, что им надо. Ну, 12-го может попробовать, 12-го, и второй день, и 12-го может договориться. 15-го, вернуть на Атлантику. Если вы видите, вы можете вернуть к Атлантику.